Во дворце спорта «Триумф» прошел фестиваль чирлидинга. Он объединил чемпионат и первенство городского округа Люберцы, а также турнир российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». В соревнованиях приняли участие 16 команд из Московской области. Фестиваль открывает парад спортсменов. В этом году люберцы принимали гостей из Раменского, Лыткарина, Мытищ, Льговского, Видного и Долгопрудного. Сегодня наш чемпионат и первенство проходит под эгидой РФСО «Спартак». Это всероссийское общество, которое объединяет много видов спорта и дает еще один виток развития любого вида спорта, который выступает под эгидой «Спартака». Всем спортсменам хочу пожелать удачи, показать свои лучшие спортивные навыки, пусть победит сильнейший. Перед началом показательного выступления – разминка и повторение акробатических элементов. Полина Афанасьева с детства занимается художественной гимнастикой. Последние годы увлеклась чирлидингом. Хочу выполнить мастера спорта по чирлидингу и поехать на Олимпийские игры. Мне очень понравился этот вид спорта тем, что здесь очень весело, классные поддержки в штантах, ну, эмоционально тоже. Ну, вообще в этот вид спорта меня привел мой тренер. Люберецкая команда «Резолют» – одна из сильнейших в Подмосковье. Ее участники неоднократно завоевывали титул чемпионов всероссийских соревнований. В клубе занимаются 30 девчонок от 8 до 15 лет. Все они в составе сборной Московской области по чирлидингу. Это очень яркий, красочный вид спорта. Это совмещение нескольких видов спорта, таких как гимнастика спортивная, акробатика. И какие-то элементы танца присутствуют. Но если все думают, что это просто танцы с помпонами, как это общепринятое название, то нет, на самом деле это очень сложный традиционный вид спорта. Выступление варьируется от 1 до 3 минут. Содержит приветствие, акробатические элементы, танцы. Мы смотрим в первую очередь техничность. Насколько технично делает спортсменка выступает, насколько правильно выполнение элементов, в соответствии со спецификой спортивного вида спорта, такой как чирспорт. А дальше уже все установлено, это эмоции, как построена программа, то есть это уже больше работа тренера и хореографа. Участники выходили на арену сольными номерами и групповыми. Выступления проходили в разных категориях: хип-хоп, джаз, стант и фристайл. Среди победителей команда «Тирекс» из Люберец. Старались очень сильно, поэтому победили. Мы теперь хотим побежать всегда! На соревнованиях в Люберцах свое мастерство в этом олимпийском виде спорта продемонстрировали 430 юных спортсменов из Московской области. Около 300 из них – люберчане. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.